угрожают безопасности, здоровью и жизни, и при этом продаются практически везде. Речь идет о сигаретах. Уже 10 дней в России официально запрещено курить на остановках, за это грозит штраф. Но соблюдают ли этот запрет, в частности, в Иркутске? Сегодня проверить это решила Ирина Гудвилл и организовала эксперимент на одной из улиц города. Согласно новым поправкам в антитабачный закон, теперь те, кто курит в общественных местах, могут оштрафовать на 1500 рублей. Чтобы проверить, способна ли угроза такого штрафа заставить отказаться от этой вредной привычки, мы решили разместить вот такие предупреждения на одной из автобусных остановок Иркутска. 5 человек за час, и именно столько курильщиков попали в объектив нашей камеры. Учитывая, что за это время на остановке сменилось около 100 людей, улов скудный. Возможно, за 10 дней действия поправок в закон иркутяне успели стать сознательнее. Хотя не исключено, что любителей подымить останавливала видеокамера. При виде ее некоторые курильщики старались как можно быстрее расстаться с сигаретой. Мы решили это использовать. Похоже, что обычное объявление действует не на всех иркутян. Попробуем усилить его вот такой картинкой. Эффект превзошел все ожидания. 3 курильщика за 1.5 часа. Лишь самые отчаянные любители сигарет были готовы курить даже под угрозой штрафа. Штрафов? Вы видели, как наши органы правопорядка сами себя ведут? Вот не боюсь. Да я как бы только подошел, я сейчас выброшу крючок. Были и те, кто ради блага окружающих решили потерпеть никотиновый голод. Да, курю. Дома курить, а вот на остановке нет. Детей много маленьких, а они впитывают это все как губка. И пример такой, то, что с раннего детства уже начинают курить. Возможно, если благодаря новому закону на улицах и правда станет меньше курильщиков, то следующее поколение иркутян вырастет уже без сигарет. А значит, и необходимость таких объявлений пропадет вовсе. Ирина Гудвилл, Сергей Полянский. Новости по будням.